everybody. Direction of travel. Юра, бассейн построить, чего же он так мало требует? Чего скидку надо дать? Всего-то дверь одну. Бляха! Вот скотина! Thank you.
пиздец, ну ты... Люмпинизированные пролетарии или наоборот технократизированные пролетарии. Но пролетариями они быть не перестали. С точки зрения вот теории классовой, ничего принципиальным образом не изменилось. Охуеть, блядь. Блять! Thank you.
Три повороты. Скакать будете от метро, от любой станции там уже еще доехать. Блять. Вот и все. Ё, блин, откуда это? С карбон с этого слетели два. Одна приняла на себя вот эта машина. Ой-ой-ой, ну так, да? Да. Такой может быть из-за воды и, в принципе, аллергический. Вообще запрещено ездить. Что запрещено, пожалуй, сейчас научу, я там расстреляют на этой Рублевке. Занято? Не, по Рублевке через Одессу. Бля, я хуею, бля. Зеркало оторвало? Да. Хуяк, блядь! А он, походу, сам не заметил, что я на борту стою. Как-то подозрительно уже. Вот этому суку надо же, не надо же выступать. Посмотри. Да, пиздец, да ну нахуй. Регистратор есть. Ха-ха! У нас есть регистратор! Держись! Ебан, блядь!
Ох! Эх, нихуя. Вот это хорошо, ты его задел. Ебать, на нахуй, заебись. Сзади? Вон там, блядь. Там въебались, да? Вот. Что он делает? Он не ему объезжает. Давай, 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 вытягивай его, братан. Эх, там, блядь, машина. Правильно, ныряй туда. Кошмар. Вырулил, стоит, да, нормально. Вырулил. Молодцы. Живые. Как так-то, блядь, произошло?